Привет, друзья! В Иране провели испытание нового дрона Камикадзе Mirage 532. Как передает агентство Тасним, данный дрон Камикадзе может летать на дальность до 450 км, на высоте до 3600 метров, с продолжительностью полета до 3 часов. Боевая часть дрона до 50 кг. Дрон запускается с автомобиля. Скорее всего, его можно запускать и с помощью стартового ускорителя. После появления новинки в западных кругах начали говорить, что новый дрон Mirage 532 может появиться и в России, к примеру, как новая версия дрона в Герань. Официально это, естественно, никак не комментируется. Не сообщается, как управляется дрон на такой дальности. Возможно, используется дрон-ретранслятор связи. По заявлению генерала Али Кухистани, дрон отличается простотой настройки, что сокращает время его подготовки и увеличивает скорость реакции и использования. Дрон оснащен поршневым двигателем и, видимо, может выпускаться в огромных количествах. Западные инженеры в целом хорошо оценили новинку. Одно из достоинств иранских дронов – невысокая стоимость изготовления. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.